2 мая 2021 год, Харьков, 6:25 по Киеву. Да, плывет воздух. Так, это очередные съемки по улице Дружбы народа в Харькове. Ты посмотри, как воздух плывет. Да, большое преимущество наземных объектов по сравнению. Вообще с Юпитером, Сатурном. Это то, что они пытаются убежать из кадра. Но совершенно не позволяет нам видеть объекты наземные, колебания воздуха до этой волны километров 7. И надпись просто нечитабельна. Но это именно из-за аберрации воздуха. Когда нету движения таких, просто даже видно, как движется воздушная масса справа налево. Когда нет таких аберраций, очень хорошо видно надпись это. Надо же. Всего лишь температурные колебания. Ладно, хорошо. Второе мая 2021 год, Харьков, 6:28.